Алёр, пошли поиграем. Ага, знаю я твои игры. Не буду я больше соседям какашки подкидывать. Но тебе же было весело. Ой, все, отстань. Я все равно хотела не в это играть. Хочу попыт. Да блин, Хлоя, ну так иди попей, в чем проблема? Да ты что, вообще не современная? Попыт — это игрушка. Я хочу потыкать. Ну, иди в стену потыкай. А если не лень, можешь заморочиться и развести мыльную воду в тазике. Можно в унитазе, но не нужно. Потом эту мыльную воду взбултыхаешь. Так как вода мыльная, в ней появятся пузырики. А уже потом, что хочешь с этими пузырями делай. Лопай, сколько влезет. Ну и ладно. Попрошу Стива поиграть со мной. Ага, удачи, креветка мелкая. Давай, давай, налево, беги флешку, закидывай, ну налетай на Б, ну там нет никого, ну давай быстрее, ну чё вы стоишь? Стив, давай поиграем. Да блин, Хлоя, отвали, ты не видишь, я занят, что ли, иди с мамой, вон, поиграй. О, точно, можешь же позвать родителей. Да иди ты уже отсюда, достало мне мешать постоянно. Ладно, ладно, ухожу. Планска, заскамила мамонта. Ну в чё вы встали, ты да... Мам, кто играть? Хлоя, я занята, я мою посуду. А папа где? Он на работе. Эх, ну что за невезение? Эх, все меня бросили, всем на меня пофигу. Ой, тролль, что ты делаешь в моей комнате? Эй, на минуточку, я не тролль, я фея. О, класс, я тогда гром. Слышь, креветка мелкая, не разгоняйся. Условия здесь ставлю я, а ты, Хлоя? Откуда ты знаешь мое имя? Подумаешь, пару пустяков по базе данных пробила. Ты че, ФСБ? Нет. Жаль. Короче, ближе к делу, я знаю, что тебя киданула вся твоя семья, поэтому я даю тебе возможность загадать 5 любых желаний, которые я исполню. У меня давно готов план по захвату мира, но мне не хватает некоторых ресурсов. Йо, капец крутая. Хочу, чтобы все магазины игрушек отдавали мне все бесплатно. Исполнено. Ха, ты правда думаешь, что я тебе поверю? Я знаю, что это все шизофрения, и мне надо поменьше сидеть в интернете. А давай проверим. Сейчас я телепортирую нас в магазин игрушек. И что делать? Просто зайди в магазин и проверь, что произойдет. О, Хлоя, тут новая эксклюзивная коллекция твоих любимых кубиков поступила. Можешь забрать, хорошо, что мимо проходишь. Ну давайте. А можно мне еще попит? Да, конечно, у нас их очень много. О, класс, я возьму все. Хорошо, сейчас я все вам упакую, мелкая креветка, уважаемая мелкая креветка. О, я хочу еще сюда зайти. Без проблем, давай зайдем. Бонжур, Хлоя, рад тебя видеть, что хочешь? Вот эта игрушка мне очень нравится. Отличный выбор, забирай ее себе. Бесплатно? Ну конечно, ты же Хлоя. Офигеть, сколько у меня теперь много игрушек. Вот видишь, я тебя не обманула. Продавцы магазинов игрушек уже подчиняются тебе. Тогда мое второе желание. Хочу себе дрон в центре города. Исполнено. Вау! Продолжение следует. Потому что Алена ленивая и не смогла сделать сразу полную часть. И обе вместе все за один день. Прошу понять, простить, люблю всех. Муа-муа-муа.